Ну, хотелось бы результат, конечно, получше. Сейчас у меня получается, наверное, 4-е место заняла. Угу. Это мои вторые выступления. Ну, буду стараться улучшать свои результаты. Первый комплекс наиболее тяжелый, там много упражнений, много повторений. То есть вот даже не успела закончить. Веса, да, действительно большие. Я с нарушением техники делала. То есть у меня уже и спина стала прогибаться. Ну, наверное, да. Я согласна, что это уже больше такая тяжелая атлетика. Ну вот как я узнал, вы планируете тренировать детей? Ну сейчас это направление новое, только развивается вообще у нас кроссфит в Москве, в России. А детское направление тем более. Ну вообще уже люди интересуются, приходят. Мы хотим устроить еще детский праздник, как раз вот показать, что такое детский кроссфит и привлечь желающих. Ну я думаю, что будет много желающих, потому что сейчас все-таки пропагандируется у нас спорт, детский спорт в том числе. А детский кроссфит от взрослого отличается только весами, там, скажем, интенсивностью или там все-таки какие-то другие упражнения? Ну, первоначально, да, дети работают с весом собственного тела, то есть это элементарные приседания, отжимания. И потом уже постепенно, когда они начинают взрослеть, они уже тоже знакомятся со штангой, с весами, и уже потом переходят во взрослый кроссфит.